Канал Стас Кобальт с вами, или нет трусов, нет носков. Играю сейчас на ОИ. На нем же сделал просто нереальную ЛБЗ. Наверное, все вы ее выполняли. Это ЛБЗ на непробитие в три раза забронированного урона. И плюс... Если сделать его на отлично, надо еще набить 2000 урона и выжить и победить. Вот. Поэтому это нереальное ЛБЗ. Я его сделал. Это, я считаю, вообще одно из самых сложных ЛБЗ, которые здесь есть. Да, есть, вы скажете, там на ПТ набить 8000 урона. Но это тоже, тем не менее, очень такой тяжелый ЛБЗ. Вот. Я его сделал. Сейчас, правда, вот бой сейчас такой не относится к тому ЛБЗ, на котором я делал то ЛБЗ, да, я его как бы не записал. Но записал данные по этому бою. Там поподробнее я сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Вот этот ОИ, да, такой нереальный танк. Сейчас на нем у меня, по-моему, одна только отметка. У меня уже на нем две отметки. Играл я еще там этот бой до Нового года записывал. Вот, вообще, куда я там исчез, пропал, сейчас пока не могу часто выходить на канал. В связи с учебой, там, в связи с какими-то, с какой-то там работой не могу записывать часто. Ну вот, записал, просто выполнил за два дня еще ЛБЗ, тоже там одно из сложнейших, ну как бы не такое уж сложное, там 7000 насветил на этом, на ЛТшке. А, вот. Ну как насветил, не насветил, там настрелял и половину насветил, короче говоря, неожиданно как раз таки. Вот сейчас идут, у нас разыгрываются там эти боны, да, боны, получение бонов бесплатно, фактически, ну там, не знаю, пока у меня боны, вот я не знаю, вчера 250 получил там. Сейчас вот сегодня, может, 250 получу, не знаю, насколько, на какое оборудование это все хватит, правда, не знаю. Потом, может, скажу после акции, по новогодней акции, да, что можно сказать. Очень хорошая акция получилась по новогодней акции, да. Ну, там какой-то экипаж прокачал, три танка я купил новых, которых там давно как бы, ну, не мог купить. Купил там по серебру, там не хватало. Тайпа 5 взял 10 уровня. Еще ТС-69 8 уровня. Еще что-то я взял, уже сам не помню. Короче говоря, куча танков я там понабрал. Очень, очень так приятная была акция. Правда, единственное, не собрал я эти подарки там до конца. Там два подарка 5 уровня, так я и не собрал. Вот, поэтому не знаю, что там за этот альбом было. Вот. Сейчас, видите, играю на ОИ. Этот бой не связанный с тем боем, на котором я сделал просто нереальное ЛБЗ. Но здесь тоже куча непробитий, видите. А там было тоже полно непробитий. Просто нереальное ЛБЗ. Хотя, казалось бы, вы скажете, ну там такое простое, простенькое ЛБЗ. Это ж там всего лишь забронировать три раза и набить 2000 урона всего лишь навсего, да, там и в три раза забронировать. Но тем не менее, это, чтобы сделать на отлично, это я делал много раз. Но чтобы сделать это все на отлично, надо еще и выжить и победить. И вот в этом загвоздка заключалась. Либо вас убивали, потому что забронировать тяжело, и по-любому вас бы убили бы там в конце, да, если у вас чуть-чуть хп остается. То есть сделать на отличное ЛБЗ, это вот это именно ЛБЗ, это очень как бы тяжело.
Сам его делал много раз на разной технике, там и на Т-29, и на всех видах японских тяжей не получалось его делать. Единственное, вот на этом тяже на ОИ 6 уровня я это сделал. Скорее всего, бы и на тайпах, на последних это не получилось бы, и на маусах, не знаю, скорее всего. Вот на этом так приятно просто играть, и так приятно набивать на нем дамагу, и очень приятно на нем так вот получилось сыграть. И сделать это ЛБЗ просто нереально. Ну, 7000 я насветил, тоже еще одну ЛБЗ сделал на этом, на какого... на ТС-54 облегченки на 9 уровне. Вот, тоже сделал это ЛБЗ, да. Так что, ребят, ну, World of Tanks сейчас вот стал более-менее неплохой, но вот в связи с получением бонов, я не знаю, просто тактика игры поменялась, еще надо сказать, изменилась, я не знаю, в более такую усложненную... Я бы не сказал бы прям усложненную, но в более не очень такую комфортную сторону. В том плане, что началось сейчас вот постоянные вот сливы, постоянные либо гиперсливы, либо супер какие-то, супер победы. Буквально даже не успеваешь вот ничего сделать, как либо команда выигрывает, либо команда проигрывает. Так что все на эти, не знаю, с чем это связано, либо с накруткой этих бонов, либо с какими-то бонами и фигурой вот этими, что хоть все хотят эти боны получить, вот это самое. Ну, я так посчитал, там, если даже вот все дни там пополучать эти боны, не знаю, на одну какую-нибудь хватит, там, плюшку на какой-нибудь танк, не знаю. Ну, конечно, попробую я сделать. Ну, сейчас такой бой, видите, какой хороший бой получился. 5 фрагов уничтожил. Вот. Так что вот так вот, ребят. Такие вот бои на этом танке очень приятные. Ну, еще играл я, говорю, в этом. Еще играл я на Новый год. Сейчас вот бои какие-то практически там какие-то записываю, какие-то нет. Как получится, видите, 1000 брони я забронировал здесь вот, да, там самое большее по опыту, самое большее поэтому набрал, вот. Ну, на нем вот такие все бои очень хорошие, очень приятные получаются. Сейчас делаю стелс-режим я делаю на своем компьютере, вот там какие-то настройки делаю дополнительные, чтобы очень было комфортно играть. Опять же, играю без читов, без там этих каких-то там накруток, без голды, без этих, с базовым аккаунтом, там все базовое, как бы, вот. Поэтому я говорю, вот сейчас вот я хотел бы показать, где я вот набил, видите, на ОИ я набил, опять же, вот этот нереальный ЛБЗ сделал. Видите, смотрите, победил, выжил и забронировал в 3 раза и 2000 урона забронировал. Нанес 2194, ну просто был нереальный бой, меня там столько раз не попали эти, вот с пятерками играл, пятерки не могли пробить, и поэтому вот смотрите, сколько я забронировал, сколько я убил, просто нереально, вот просто нереальный бой, очень тяжелый ЛБЗ, просто нереальный ЛБЗ. Вот, затащил его как раз когда эти боны надо было там что-то делать, эти боны, уже игра как-то поменялась, все что-то хотят набить эти боны, какой-то ажиотаж, я не пойму, то ли боты какие-то накрученные, то ли люди просто какие-то хотят, чтобы эти боны заработать, какой-то класс там, я не знаю, показать, ну в принципе у меня, вот играю на любой технике, никакого... ну там такого труда не составляет этих выполнить там эти задания, не знаю, что за ажиотаж такой, я не знаю, по поводу этих бон, одно оборудование купишь и все, как бы, ну опять же спасибо этому ВГ хоть за это, спасибо за это, опять же не виню я
И не обвиняю разработчиков игры. Да, приятные вот эти акции. Все-таки какие-то акции они постоянно делают. Надо сказать им спасибо за это. Вот, видите, какое ЛБЗ просто нереальное сделал. Вот поэтому, видите, две отметки у меня уже на этом танке. Без премов, без всяких этих играю. Вот, 12-е, видите, очень тяжелые. Три раза надо было забронировать и 2000 урона. Видите, я же сделал аж целый репортаж по этому поводу. Вот. Ну и 7000 вот я набил на этой. Буквально на следующий день набил я на этих. На ЛТшке, да, там 3000 и 3500, я что-то 3500 нанес, 3000, ну, нанесенный с помощью этого, и 7000 получилось, тоже такое тяжеловастенькое ЛБЗ, не сказал бы, что оно легкое. Вот это было связано вот с этим ажиотажем вокруг, видите, смотрите, первое место я сделал просто на ЛТ на 9 уровне. Да, был такой вот суперский такой вот бой. Играю без читов, без всяких этих накруток, видите. Вот такие дела. Так что все это, заходите на канал, подписывайтесь, там, ставьте лайки. Такие дела, видите, как без проблем, в принципе, я делаю все эти, как говорится, ничего тут сложного нет. Так что, ну, это в зависимости, конечно, от танков, в зависимости от этого. Буду говорить, какие-то там танки проходные, какие-то нереально крутые танки, опять же. Ну, почти на всех я там переиграл, на всех я играл танков. Да, Тай-5, конечно, меня с его фугасной пушкой сейчас разочаровал. Играю на ББшные пушки, на обычные пушки, но она такая тоже очень такая слабомощная. Вот, Тай-5 выкачал. Вот, купил экипаж, там все прокачано, но как-то с десятками все равно тяжеловато на нем играть. Без голды, без этого. На десятках все с голдой играют. Поэтому такие дела, ребят. Так что, если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего доброго. С вами был Стас Кобальт, или нет трусов, нет носков. Заходите в танки, меня встречайте, знайте, что это я, Стас Кобальт. Всего доброго, всем пока.